What's up guys, Frostbite here, bringing you another video, and I'm playing Metro Last Light. This looked really cool, and it was on sale, thanks to the Summer Steam Original Mode. I'm gonna play Original Mode. What? Normal. That's good. Черные появились позже. Со стороны ботанического сада. Черные. Огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас победить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Это неправда. Правда страшней. That's where I am. Any key. So I did change it to German, but I didn't have the English subtitles because I want to get the full feeling. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? Sorry for making noise. Okay, great. So it's starting up. Just getting straight into it. Oh crap, that is not shoot. I mean aim. I don't know. Good luck. Are you gonna stand up or are you just too drunk or something? Flashlight. Oh! Hi there! What? Did I die? Or is it supposed to die? At least someone's supposed to die. Wait. Am I killing my own people? Hold on a second. Oh no, never mind. This is blood. I thought. For a second, I thought I was wearing nail polish. Hi there. Артём, просыпайся. Артём, это я, Хан. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья Чёрных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навел на них ракеты. Ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан, и тебе тут быть не положено. За мной. Can I play the guitar? Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Windbag. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Okay. So, awesome. A lighter. Interesting. Development in the world of this E. There's a light. Now, indirect. Okay, wait, hold on. I want to see if I can set sound. No, that's definitely not it. Why would I think that? Game options. Language. I cannot change it from here. Okay. I kind of want to change it back, but that's just me, because I don't really want to read. Oh, wait, what is that? Nope, not that one. I said something else. What kind of crouching is this? Realistic, I guess. There we go. I don't want to save some energy. Let's go. Wait, was that
Строили, строили, пока СССР не развалился. Они-то знали, что война будет. Готовились. Stroke that gun. Okay. Здорово, Артём. А этот парень, кстати, был в той группе, которая Do D6 stand up, you knew? Oh. Да, сразу же тон дали. Ты посмотри на тех двух салаг. Неудивительно, что полковник приказал удвоить время на подготовку. I love your eyes. They're very expressive. Very expressive eyes. I like it. Он единственный, кто же I'll point a lighter at you. Вся группа полегла. Там же вроде все спокойно было на болотах. Видишь вешки? Идешь по ним, чтобы не потонуть. Ласторогих, конечно, много, но пройти можно. Кто там целую группу перебить мог? Черт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Okay, когда смена пришла, в церкви он один был. Okay. Yes. Привет, Артём! Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя экипируем. Итак, приступим. Okay. Прежде всего, противогаз. Thank Без you. Противогаза на поверхности и шагу не ступишь. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор так, хоть яйца запекай. Да и в метро есть зараженные участки. Yay. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль. Good. Так, well, птички, что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Не забывай, зарплату мы получаем армейские патроны. Конечно, ими можно стрелять, и то не больно, so но лучше that's все же приберечь. Those Потом у любого money. Торговца ты сможешь money. На них купить обычных патронов That's... или нужное снаряжение. So there's two different... Wait. Okay, whatever. I don't care. I would like to... Tab. Hold tab. Oh, hold tab. Oh. Теперь самое интересное. Пушка. Выбирай, какие нравятся и испытай их. What are you saying? Проверка мишени. Yes, wait. Обычно рейнджеры носят по 3 ствола. И выборы зависят только от тебя. Ладно, Артём, теперь отправляйся в тир и попробуй выбранное оружие в деле. Если захочешь посмотреть что-то еще, возвращайся. На исходную! Заряжай! Wait, what? Огонь! Hold on. One, two, three, no. Maybe I can buy this gun? I don't know, buddy. Yo. Like. What's going on? Do I like drag and drop? I can't even do this. I cannot figure this out. And I can't even. Oh my god, this is annoying the crap out of me. Oh. Oh. Okay. Open choice the valve. Cash. RPK. The bastard. Okay. What? Oh my god. No, I want this one. Yes. Отличный выбор. Калаш лучший друг рейнджера. Where's some other ones? This is a shotgun. I would like another shotgun, please, actually. Yes. Okay. I only want two. Артём, испытай каста пушки. I don't see why they do. Okay, yep, I got it. Mouse wheel. Yes. Oh my god, it's gonna really annoy me. Попробуй выстрелить в центр груди обычного манекена. Молодец. Good shot. А теперь стрельни по бронированному манекену. Wait, what? Улавливаешь разницу? Разница много патронов. No, I do not. Так что смотри. Значит, враг бронирован. Okay. Попробуй выстрелить голову. Вот он yes. попал, так попал. I'm good at this. Yeah, okay. I achieved an achievement. I'm gonna change that. Give me these. E. Yes.
Okay. Thank you for the weapons. Good hunting. Объект чистый. Да сейчас не сейчас точно. Замеряли. That's the sound мы вчера обходили двери. Закрытых еще тьма. Некоторые завалены даже. Другие без замков, будто их изнутри запирали. Shut up, I'm и что? Мельник вызывает к себе командира звенья. Будет большое собрание. I'll shoot you with my gun that I cannot pull out. Come on. Take it back. Can так, I pick Лёха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Clown Alex, open the gate. Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чем это? У ребят из охранной лаборатории спроси. Черт! Что он там уже натворил? Come on, man. Answer. Ладно, пошли. Yeah, let's go. I don't need you. I know exactly what I'm doing. Yeah. Well, I want to be on top. Fine, you get up. I don't even care. I'm not even mad. Перестань нести ерунду. Cut what out? What? What did I do? Ah, hello. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множество. Похоже ведь, правда? Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? Nobody knows. That's because we're at the lab. When the first shift came, the door was open, the lab ransacked. Let's see, he's gone. Maybe he ransacked it himself. I'm not going to say that word, it's a naughty word. Капец. Сейчас мне полковник с Лесницкого раскаленной арматурой, но загонит глубоко в душу. Это как назло без вазелина. Ладно, пошли. Alright, let's go. What is this? Oh yes, my compass. How is it? That is the weirdest compass. Is that my lighter? Wait, is that an objective? Sweet, objective, lighter. Yes. Okay. I wanna climb. Послушаем, что на собрании. Герман, эти к мельнику в штаб. Дерьмо по вызову. What are you doing? Why are you standing? Проходите. А я, пожалуй, здесь. Я к начальству сам. Мужики, а кто-нибудь знает, в чем дело-то? Зачем вызывают? Sweet. Артём, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение чёрных – худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена, тоже. А ведь именно он говорит. Если мы не будем сражаться за жизнь, нас едят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Хай. Да. Артём, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черный худший из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, черный один. Он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Anna. Она. Is that Anna? Есть. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? I trust you. Да как вы... Whoa. Взять его? Her eyes red all over. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Come Я on, выполняю please. Свой долг. Вывести его. Bye. Артем! Это yes. твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Да. Плюнь на эти бредни, Артем. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад.
Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. I wanna see your eyes closer. Что застыл, кролик? Давай за мной. Yes. Oh, what? Артём, they're not red. Скажу прямо. You are a letdown. Чёрный. И не забудьте контрольный. Finish with a headshot. Okay. Let me take out my weapons. Oh my god. Oh. Ещё скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с чёрными. Making peace with the dark ones? That sounds что не была тогда на телебашне. Delectable. Не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. I don't know. I don't understand a word. C3? Чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами как марионетками. Да это же всё равно, что договариваться с дьяволом. She doesn't speak English. Step away from what the train end. Okay. Where are you going? Oh. Oh, this is a gate. It is. Alright, hop in like a good little rabbit. Excuse me, did you call me a rabbit? Alright, technically I was born in the year of a rabbit, so that makes sense. I don't know why I'm proud of that. Woo! I won. That's the end of it. Alright guys, that's... Oh. Just a year ago, I stood on top of the TV tower and saw missiles raining from the botanical gardens. Turning the flesh into ashes, smelting metal and glass, nobody and nothing could survive that inferno. Yet, can I find the Dark One there? Now the mission is to find and eliminate it, to finish what I started. Oh yeah, all this guy's fault. Loser. Okay. Press any key? Okay. Yeah, I should probably end it here. Alright, thank you all for watching. Like, comment, subscribe. Hopefully, I'll see you in the next video. Stay frosty.